Добрый день! Я хочу показать, как я шью синель. Значит, начинаю я всегда с отступом примерно 7-8 миллиметров. Держу ниточку, опускаю иглу и еду назад. Получается, формируется закрепка. В синели в начале и в конце строчки всегда нужно ставить особенно крепкую закрепку. Не три удара иглы, да, а более надежно. У меня верхний транспортер тут сдвинулся. И продолжаем точно так же. Расстояние между строчками классическое 12 миллиметров. Оно может быть и 8 миллиметров, и 6 миллиметров, и сантиметр. Все зависит от вашего опыта, справитесь ли вы с таким размером. Многие спрашивают, как такая толщина шьется. Нормально шьется. Сейчас доеду, треугольничек еще вам покажу. Потом я просто с изнанки эти ниточки, которые у нас остаются от строчки, я их подрезаю и с лица также. Так, и последнее у нас идет тут небольшой треугольничек. Это делается для того, чтобы оставался рисунок и для того, чтобы ворс был условно одинаковый по всей работе. Поворачиваем. И едем назад. Ну и все. И вот эти вот ниточки все обрезаем под ноль. А, притом я стараюсь всегда вот так условно натягивать, чтобы точно в ноль, из-за того, что там закрепки, у нас там все будет держаться. Здесь верхний слой, джинсы собраны из лоскутков. Я вас также приглашаю присоединиться и к этому совместному пошиву. Он начнется 15-16 января. Большой джинсово-лоскутный коврик размером 76 на 135 сантиметров. И 3-4 января начнется у нас совместный пошив шарф снуд Конго. Ой, Конго. Куба. Куба. Конго у нас был палантин. Шарф снуд Куба, где рассказывается более подробно о том, как по идее создавать ткани, из которых можно шить в том числе одежду. Поэтому в описании я оставлю ссылочку, как мне можно написать насчет заявки. Обращайтесь. Или в прикрепленном комментарии ссылочка будет.